Следующая задача. Задача номер 12. В классе 20 учащихся. Среди них два друга, Петя и Костя. На уроке физкультуры класс случайным образом разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Петя и Костя попали в одну группу. Итак, прежде чем решить эту задачу, задача номер 12, давайте попробуем разобраться. Итак, мы уже привыкли с вами записывать условия. Всего 20 учащихся. Среди них два конкретных друга, Петя и Костя, и класс разбивают на 4 равные группы. Разбили на 4 группы. Сколько человек в одной группе? Ну, 20 поделить на 4, естественно, получаем 5. Итак, одна группа, 5 человек. Значит, нам нужно, чтобы эти два товарища попали именно в эту группу. Такие задачи называются задачами по фиксированному участнику. Давайте зафиксируем Петю. Мы скажем, что Петя в этой группе уже есть. Тогда из 5 человек остается 4 вакантных места, одно из которых должно попасть Косте. Значит, мы с вами говорим, что у нас 20 учащихся, в одной группе 5 человек, и такие задачи называются задачами на фиксированного участника. Зафиксируем мы, например, Петю. Итак, в группе уже не 5 мест, а 4 места. И в это место должен попасть Костя. Ну и выбирать нужно будет не из 20 учащихся, а из 19, потому что Петю мы уже зафиксировали. И получается 4 девятнадцатых. Итак, благоприятные условия – это количество оставшихся мест в группе, то есть 4, и все исходы – это 19, не 20. Мы зафиксировали Петю. Петя у нас уже есть, поэтому мы в решении задачи его не учитываем.